Привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Зомби-Цунами. Давайте попробуем максимальное количество монет собрать. А также, ребята, давайте попробуем максимальное количество далеко пройдем, побьем свой собственный рекорд. Так, два зомбарика у нас. Давайте побольше сделаем зомбарей. Так, итого три уже. Так, не могу пока машинку я открыть. Вот этот мне пригодится. Чувак на парашюте. Все, у тебя 4 зомбаря, мы можем машинки кушать. Так, вертолетчик. Ой, сбил все-таки одного, да? Моего. Бедолажечку. Так, а мы открыли новую карту, ребят, вчера с вами. Смотри. Каньон. Ух ты, что это будет? Ниндзя-супер. Который уничтожает вот эти вот штуки все. Бомбочки. На две части. О, получится у нас автобус есть? Нет, не получится, хотя уже 8 у нас. Ниндзя, но не получилось. Не хватало тогда. Одного зомбаря, даже буквально одного зомбарика не хватало. Все, смотри, у нас 10 зомбарей. Отлично. Так, один у нас не долетел, к сожалению. Так, машины пошли. Ой-ой-ой-ой, тут было много терять зомбариков наших. Ладно. Так, где же там люди-то все? Куда они делись? Мне нужно еще зомбарей. Ох, толпа людей как раз стояла. Все. Теперь... О, давай, кто это? Цунами! Цунами есть. Нам нужно цунами разрушить 4 машинки. Раз машинка. Так, быстрее, где машины? Где машины? Алло. О, пошли машинки. Да, 5 машин мы уничтожили цунами. Хорошо, отлично, получилось у нас. Так, 13 зомбарей у нас сейчас. И мы можем тут все ломать. Ох, потеряли кучу зомбариков. 11 теперь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, упала в бездну куча зомбарей у нас. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, один зомбарик, вонючка. И той не смог перепрыгнуть автобус. Так, что у нас здесь? Ага. Так, энергия какая-то. Так, а как мы их получаем? Так, получите 2 перфектов. А, собрав целую группу монет. А, перфектов 2 раза, да? Хорошо. А, летайте драконом 15 секунд и выиграйте один приз в лотерейном билете. Так, драконом нужно нам летать. Самое главное. Так, и выиграть лотерейный приз. Так, ничего не получилось. Ладно. Поехали дальше. Так, у нас тут задание. Собрать все монетки. А, не получилось, смотри. Ну ладно. Это когда у нас будет прям толпа, может быть, зомбаков. Тогда будет получаться. Так, 2 зомбарика. 3. Так, давайте все монетки. Есть, перфект будет. Надеюсь, будет... блин, одна монетка осталась. Не получилось всем. Надо, короче, все монетки собрать, пробовать. Так, а что они у меня все в шляпе? Вот, один в кипарике. Хорошо. Так, вот эти, я надеюсь... тоже не получилось собрать. Да что ж такое? Так, кто у нас здесь? Ниндзя опять? Что-то ниндзя часто нам ребята попадаются. Ниндзя. Ну ладно. Попадаются часто, ничего страшного. Так, а что у нас здесь? А, давай вот это возьмем. Спасибо. Так, все, закончилась у нас энергия. Так, 7 зомбарей у нас. 6 уже. Уменьшается потихонечку.
наши зомбарики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, спасибо. Так, дальше кто у нас здесь? Так, мне нужно собрать все монетки. А тут монеток уже и нету. Где у нас монетки? Вот, может... Вот, монетки, давайте все соберем. А, нет, не получится. Я же как-то раньше собирал все монеты. Ладненько. Кстати, ребята, кто хочет, чтобы я поиграл в Майнкрафт? Напишите в комментарии. Если хотите, я поиграю еще в Майнкрафт. Ой, смотри, мы могли бы собрать все монетки, но не получилось. Так, цунами. О, цунами, мы же можем собрать все монеты. Круто, круто, давайте, пожалуйста, где же монетки? Сейчас подождем, может быть, будут монетки. Как назло, смотри, вообще монеток нету. О, есть. Да. Отлично. Монетки мы собрали, и мы выиграли, взяли. Задание выполнили. Посмотрим. Так, у нас там еще какое-то задание было, кто помнит. Нам нужно что-то сделать было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, три зомбарика у нас бежит. Так, а ну-ка посмотрим. О, сколько монет. Кто это? А, инопланетяне. Ладно. А куда ты мне этого выкинул? Так, что-то зомбарей мы теряем, а? Четыре зомбарика. Пять. О, шесть, спасибо. Я теперь могу тут все уничтожать. Так, все, закончилось у нас время. Ой, все прям в пропасть упали, ребята. Ой-ой-ой-ой. Тяжко. А, драконам нужно 15 секунд летать. Ладно. Так, встряхивать устройство во время землетрясения, когда дорога вибрирует. Ох ты, ё-моё, вот это задача. Так, так, это не надо. Играем дальше. Играем дальше. Так, зомбарем прыгаем. Встряхивать устройство, ребята. Играю на планшете, буду встряхивать. А если играю на компьютере, то как я буду встряхивать? Никак. Кстати, напишите в комментарии, кто в эту игрушечку играет. И кто самое максимально больше прошел в эту игру. И нравится ли вам эта игра? А мы попробуем, ребятушки, выполнять задание. Так, монетки соберем. Так, все, можем автобус теперь разрушить. Есть. Какой, что там у нас? А, этот самый цунами. Цунами, цунами. Но нам нужен дракон 15 секунд. На драконе полетать. Но дракон чему-то у нас еще не выпадает. Интересно, интересно. Так, что у нас здесь? Ой-ой-ой, 16 зомбарей. 16 зомбариков, ребята. Так, бомбочки аккуратно. Прыгаем. Так, все, на пляж. Выбежали. Так, бежим дальше. Так, монетки, монетки, побольше монеток собрать надо. Я бы птичку другую, может быть, даже купил бы. Ну, в принципе, это тоже неплохая птичка. Нравится ли вам эта птичка, ребята? О, дракон, нам нужно летать. Летаем драконом. Нам драконом нужно что-то там сколько-то секунд пролететь. Сейчас попробуем. Сколько что там секундочек-то надо? 15 секунд, кажется. О, все, да. Выполнили мы задание. 15 секунд пролетели. Еще и два зомбаря осталось всего лишь. Так, монетки заберем. Ой,
Тихо. Два зомбаря. Ой-ой-ой, мало как. Ладненько. Так, машинки аккуратно. Так, ух ты, сколько было этих. На парашютах-то, а? Парашютистов. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три зомбаря. Ой-ой-ой-ой, сейчас один всего лишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Давай, девчуля. Кто там? Цунами, есть. Цунами меня сейчас спасет. Сейчас мы побольше зомбариков наберем. Прям побольше. Так, сколько там у нас уже? 5, 6. Хорошо. Так, все, заканчивается. Волна. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Ну все, скорость вообще бешеная, кстати. Очень быстро бегут, очень быстро. Не знаю. Ой, один уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте вдвоем, ребятушки. Быстрее бегите, уже не знаю я, что делать. Так, сейчас. Ну сейчас мы хлопнемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Один зомбарек. Так, съел, успел? Да. Так, ты успел съесть? Нет, не успел. Как же ж, ребята, я буду тут выигрывать. О, еще и сбили меня. Ой, ну что ж, а будем на этом заканчивать серию, дорогие друзья. Так, давайте возьмем наше задание. Так, фруктовый пунш с выпавшими зубами. Уничтожьте здесь 10 объектов с помощью ниндзя. Угу. Хорошо. Так, у нас не хватило мозгов. Так, подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, ладно, не хватило нам мозгов, чтобы открыть лотерейные билетики. Ну, ничего страшного, ребятушки. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и передавайте приветы. Всем пока-пока.